Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в VR-чат. Мы находимся в мире под названием поселок городского типа Тещин Тупик. Такое своенравное говорящее название. Вероятно, такого поселка не существует и никогда не существовало. Так, и здесь у нас есть пассажирский поезд, целый состав, который находится возле вокзала. Мы на железнодорожной станции. На удивление, здесь довольно чисто. В мусорном контейнере абсолютная пустота, ни бычков, ни бутылок. И надпись «Хочется счастья». А счастье существует только тогда, когда есть с кем его разделить. А мы выходим. Под дождь, к сожалению, зонта здесь нет. Скамеечки, да, довольно цивильное место. Ни мусора, целые скамейки. Даже не сгнившие, не разрушенные. Доски на месте. И в целом здесь довольно чисто. Тут нас встречает величавый вокзал и надпись «Зачем?». Какие-то посторонние звуки, возможно, это слуховые галлюцинации у меня. Предписан ВЧУ. Что-то еще. Кострома. В Костроме я, кстати, был. Попасть в вагон мы не сможем. Он символично, состав символично здесь стоит на одном месте и никогда не сдвинется. Вид атмосферы безысходности, учитывая все эти надписи. И здесь у нас должен был быть столик. Тещин Тупик и привокзальная территория. Можно туда зайти внутрь. Никаких палаточек, кстати. Ничего подобного. Ну и туалета, собственно, нет. Попадаем внутрь здания. А, слушайте, здесь пройти-то и нельзя. Даже расписание есть, я смотрю. Так, ну второе название мы максимально осуждаем, которое дает нам основание предполагать, что все эти названия выдуманы. Абсолютно. До единого. О, вот здесь зайти можно. Видимо, там какая-то невидимая сила не хотела меня пускать. И даже, смотрите, есть советская газированная вода. С тех самых времен. Неужели можно взять стаканчик и налить себе газировки? Простая газированная вода без каких-либо сиропов. И дырявый граненый стакан. Ну уж не знаю, на что это намекает этот мир. Но я, пожалуй, его здесь оставлю. Сначала дырявый стакан, потом дырявая ложка. Я не думаю, что это хороший знак в целом. Вокзальчик, конечно, не в самом лучшем состоянии. О, прекрасный пакет с великолепным узором. Я думаю, он многим знаком. Да я думаю, у каждого практически, без исключения, наверняка имеет такой пакет. Да, к сожалению, здесь особо ничего не посетить. Некоторые комнаты, помещения пустые. И наверх, я думаю, тоже подняться возможности нет. Ступеньки даже маленькие, обычно. Хотя, я вот как-то иногда просачиваюсь. Видимо, мне трудно уже. Все-таки возраст преклонный, трудно уже подниматься по ступенькам. Но после ковида еще и одышка каждые 3 секунды. Я вот говорю, и уже одышка начинается. А если бы я в реальной жизни передвигался на своих двоих ногах, то было бы еще хуже. Такое ощущение, что вот это вот пулевое отверстие даже. Может быть, этот вокзал пережил войну. Так, и здесь даже место для отдыха. Слушайте, какие пейзажи-то открываются. На дождь только придает атмосферу. И действительно удачное место для распития безалкогольных напитков. Радиопроигрыватель. Примерно такой и был у моего дедушки. Еще бы почувствовать всю эту сырость, почувствовать дождь. Но это сделать позволит лишь жилеты, хотя бы с вибромоторами, не говоря уже об электростимуляции. Так, ну виды здесь действительно достойные. Но я предлагаю все же спуститься и осмотреть, что у нас внизу. Да, вся техника, складывается впечатление, что заброшена. Вот этот автобус, как будто уже с полусгнившим кузовом. Здесь Волга или что-то похожее. Скорее всего, это Волга.
и шиномонтаж. Грузовой, легковой. Да, здесь у нас Волга, которую я, кстати, могу взять, поднять своей невидимой силой. Но вот Волга в хорошем состоянии. Наш советский маслкар. Номерные знаки даже присутствуют. Так, и Кока-Кола уже рекламируют вовсю. Кафе закусочное «Кристалл». Работает круглосуточно, но не в этот раз. По всей видимости, не сегодня. Я слышал от знакомых, что даже в таких поселках кафе закрывались во время ковида. Открывалось окошечко, и там можно было заказать что-нибудь. Поесть, стучишь просто в окошко. И там работники поднимаются, на них, скорее всего, отдыхают, спят. И только после этого идут на кухню готовить заказ. И выносят на улицу, соответственно. Внутрь зайти нельзя. Так, ну и давайте посмотрим на памятник. Да, спустил уже шины, ржавый кузов, полугнилой. Но автобус, я думаю, не в рабочем состоянии. Рудар! Как живой, настоящий пролетарий. На этот ремень, на уровне ребер. Это пальто, рабочий человек. И надпись: «Я тоже хотел пойти в медики, как просила мама, но я пошел далеко, как хотел мой брат». Ауф, как говорится. Великолепная цитата Стэтхэма здесь. И шляпка. О, можно посидеть на скамейке. Но, наверное, в такую погоду лучше не сидеть. Можно что-нибудь себе отморозить. Звезд с неба не срывать. Так, и здесь вот посередине канализационный люк. Как же я обожаю вот эту вот структуру, когда просто посреди какого-нибудь парка канализационный люк. И это не только на этой карте происходит, это происходит в реальной жизни. Ну, такое, я думаю, каждый из вас увидел везде, на каждом шагу. Даже в Москве в том числе. Все будет хорошо, а пока что плохо. Именно этим мы и живем. С верой в будущее. Вот здесь рабочее зеркало. Водка, продукты и косметика. Интересный магазинчик. Такие магазины, на самом деле, редко можно было встретить с открытыми полками. В основном это какие-то маленькие локальные магазинчики с вот такими витринами. И все. Как будто некоторые модельки из DayZ или каких-то подобных игр. Здесь у нас башня. Еще одна остановочка. Вот здесь уже не так чисто. Но неудивительно. Тут уже не привокзальная остановочка, а прямо в поселке, в городе. Здесь у нас напитки. Также можно посидеть. Но, по крайней мере, никаких надписей нет на самой конструкции остановки. Прошлое прошло. На будущее будет. Только сейчас заметил артефакты на записи. Всему виной постобработка. Я всех этих артефактов не видел. И, к большому огорчению, заметил их на записи только под конец. Так, мы еще не побывали в кафе у бобра. Рядом с шиномонтажкой. Здесь даже рабочий телевизор. Алкоголь одурманивает и возбуждает обманчивое чувство веселья. Полностью с этим согласен. Иногда даже возбуждает другие чувства. Менее приятные. Ой-ой-ой, здесь даже пельмешки есть. Только посмотрите на это царское блюдо. И размер — мое почтение. Вилка гигантская. Я уже чувствую аромат. Мне это место вернуло запахи. Я на секунду почувствовал аромат свежеприготовленных, свежесваренных пельменей. К сожалению, сметаны здесь нет. И опять граненый стакан. Да, кафе, конечно, с интересной атмосферой. Здесь у нас электроплита. Чайник, самовара, к сожалению, нет. Тут прям какой-то праздничный стол, или, возможно, рабочая бригада здесь отдыхала. И газета «Правда». Давайте же посмотрим, что о чем писали в газетах. Она довольно тяжелая. Я еле-еле смог ее оторвать от стола. Да здравствует партсобрание! И, собственно, фотография из тех времен, которая здесь в рамке также помещена. Да, ну так оно и было. Историческая фотография по соседству с историческим мемом.
потому что, очевидно, здесь с помощью фотошопов убрали аниме-девочку. В мусорных контейнерах здесь даже уже что-то есть. Даже целлофановый пакет, смотрите. Какие-то банки консервные. Так, и здесь у нас целая доска. Ленин и Черчилль. Черчилль курил и умер. А Ленин не курил, не всегда живой. Как минимум в наших сердцах. Хотя и Черчилля часто вспоминают, например... Например, Лукашенко на недавнем интервью BBC. Прекрасное интервью, рекомендую ознакомиться. Порой не веришь, что такое происходит. Порой кажется, что это все какой-то сюр. Не опохмелившись, не приступай к работе. Некоторые плакаты противоречат друг другу. Огромное количество исторических фотографий. И Шрек здесь изображен. Молодой Шрек, я бы сказал. Интересно услышать историю вот этой фотографии. Я не знаю, кто это. Но надеюсь, это не какой-то разыскиваемый педофил. Потому что фотка выглядит именно так. Что какой-то либертарианец обнимает девочку. Даже зарисовки какие-то есть. Но уют и атмосфера здесь присутствуют, в этом кафе. После тяжелого рабочего дня, вон там на шахте или что там, можно заглянуть и сюда, особенно когда идет дождь и на улице слякоть. А здесь теплота, уют, чай, всевозможные безалкогольные напитки и самое главное, вкусные пельмени, вкусная еда. Так, и здесь мы можем зайти на кухню. Какой-то белый порошок, очевидно, это мука. И капуста, которая уже превратилась в камень. Здесь у нас чистят картошку. Можно даже подняться на крышу. И у кого-то уже Новый год. Кто-то готовится уже к Новому году. Скорее всего, круглосуточно там эти гирлянды. Потому что я по-прежнему встречаю такие вот мигающие окна, на которых расположены гирлянды. Круглый год, вне зависимости... Праздник какой-то наступает или нет. Так, и здесь жилое помещение. Книжный шкаф. Опять же, разрешение текстуры не позволяет нам ознакомиться с этим чтивом. Но было бы интересно. Так, и подъем наверх. Мне приходится опять прыгать. Довольно тяжело. Скрипуя, как будто это здание вот-вот рухнет. Но оно не выглядит прям уж совсем плохо. Я бы не сказал, что оно в аварийном состоянии. Я видел хрущевки, которые в аварийном состоянии. И по сей день. Ой-ой-ой, смотрите, какая комната отдыха. Так что это здание вполне неплохо выглядит. И я бы не сказал, что ощущается, что здесь что-то обвалится. Так, у нас есть компьютер. У нас здесь есть линейная алгебра. Упс, разлил. Наверное, все. Теперь запачкал. Если бы линейная алгебра и вообще какой-то обучающий материал, учебники выглядели именно так, с такими бы обложками, еще с какими-нибудь зарисовками дополнительно, с иллюстрациями, я думаю, школьники бы изучали вдоль и поперек обучающий материал. Да что ж меня сносит ветром. Так, и здесь чит-коды, по всей видимости, вполне возможно для игр серии GTA. Огромное количество каких-то чит-кодов. Так, срамоту мы, пожалуй, закроем. И отсылки. Покемоны, Шафутинский. Окурок, уж не знаю, кто это. Конечно же, имейджборд. Заляпанная грязная клавиатура. И книга «Как управлять вселенной». Не привлекая внимания, видимо, санитаров. Я думаю, стоит ознакомиться с таким материалом. Мне кажется, одна из этих картин — подделка. Это фальшивка, не настоящая фотография. Вот, посмотрите на взгляд этого человека. Он не смотрит в камеру, хотя вся остальная семья смотрит в камеру. Так что можно предположить, что это прифотошопленная голова. Очевидно, этот семейный портрет не настоящий. Нас хотят ввести в заблуждение. Так, ну давайте попробуем подняться еще наверх. Кровать без матраса. А нет, два матраса здесь есть.
казалось издалека, что это просто каркас металлический с какими-то пластинами. Но это полноценная кровать с матрасом, но без одеяла, к сожалению. Но в такие знойные дни хочется укрыться одеялом. На крыше просто смотровая позиция. Здесь уже никаких стульев нет. Подозрительная труба без отверстий. И отсюда мы видим, кстати, новое здание. Да, вон там дома, даже вдалеке есть очертания домов. Церквушка деревянная. Еще прям совсем старые домики здесь. Неудивительно, все-таки это поселок, хоть и городского типа. Некоторые из домов как будто погоревшие. На самом деле так оно, по-моему, и есть. Или просто в плохом состоянии. Пожалуй, на этом мы остановимся. Спасибо за просмотр. До новых встреч.